В Дубасарах сегодня голосуют под аккомпанемент духового оркестра. Он дает концерт на площади Защитников, недалеко от самого большого избирательного участка в районе. Песни помогают скрасить ожидания с самого утра на участках очереди. Дубасары, площадь Защитников – это второй центр города. Торговый, все рядом. Рынок, супермаркет, пригородная автостанция и ДДЮТ. Сегодня здесь избирательный участок, самый большой в городе. С самого утра очередь, ожидание не скучное. Его скрасил концерт, программа «Вместе с Россией», подарок духового оркестра. Да, конечно. Уже проголосовали? Нет, мы после концерта пойдем проголосуем. Почему считаете, что нужно голосовать? Мне кажется, все должны делать свой выбор. От каждого человека зависит судьба наша. Мы пришли проголосовать, а там очередь. Думаю, посмотрим концерт, а потом пойдем проголосуем. Как граждане Российской Федерации, да, наш гражданский долг, мы хотим проголосовать. Концерт чем привлек? А мы каждое воскресенье приходим. Очень любим музыка, живая. Почему нужно голосовать, участвовать в выборах российских? Так как я гражданка Российской Федерации, это я считаю, как гражданский долг. Обязательно надо голосовать. Это наше будущее, будущее наших детей. Мы попали случайно. Мы вышли на прогулку и услышали музыку «Как не прийти». Голоса хорошие, музыка хорошая. Как вы считаете, голосовать нужно тем, кто граждане России? Обязательно, конечно. И надо держать кулачки за свое будущее, и переживать, и знать, и думать. Так что и участвовать обязательно надо участвовать. Настроение замечательное. Тем более, что оркестр играет, солнышко, погода. Ну и, конечно, сегодня праздник, сегодня выборы моей родины, России. Вот иду сейчас на выборы. Оркестр к выборам подготовил специальную программу – песни о России, ее красотах, а еще произведения из любимых фильмов. Большинство музыкантов тоже россияне. У нас будет сегодня очень большая программа, различные произведения, настроение просто супер. Погода, конечно, только сегодня нас радует, поэтому все отлично. Я с самого основания оркестра и тромбонист, и, конечно, особый. Плюс к тому, что у нас концерт, да, сегодня выборы, и сегодня, я думаю, народу будет еще больше, чем обычно, поэтому мы будем сегодня стараться, как никогда. Программа изначально была на 2 часа, но все затянулось, играли гораздо дольше.